это проект «Голос. Уже не дети». И с вами все это время буду я, Яна Чурикова. Ну а теперь пришло время представить тех, кто вместе с нашими уже не детками ворвется в этот аттракцион воспоминаний и музыки. Итак, встречайте, наставники проекта «Голос. Уже не дети». В голосе правила очень строгие. Наставников у нас впервые Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. И, конечно, спасибо Сергею Сергеевичу Жилин. Опираясь на выбор песни и на свое сердце, я выбираю «Пелагею». Моя детская мечта всегда была попасть к вам. Я очень счастлива, что вы ко мне повернулись. Но сегодня спасибо вам огромное. И можно, пожалуйста, я воспользуюсь сегодняшним шансом и пойду к вам? Но у нее черта не осталось, у нее в каше где 3 рубля. А моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Здравствуйте. Это мой! Меня зовут Гена Перердиев. Мне 15 лет. Гена. Я из команды Полины Гагариной в 7-м сезоне. Мой. Ну что ты? Oh,
выбирайте, как велит ваше сердце. Да давай уже говори, ты знаешь все. Сюда всегда, пожалуйста. Ну. Ладно, попробуем что-нибудь новое. Опа! Полина Гагарина. Ладно, так, ладно. А не спит ли мне? Ты мой сладкий. Маленький. Песню. Я очень рад, что вы в этом проекте и в этом году. Здорово. И в этой команде. Да. Вам спасибо. На самом деле очень обидно не пойти к Диме Билану в этот раз, но я снова хочу пойти к вам. Красотка, привет! Здравствуйте! Я сразу привет, узнал, Егор. Сразу по первой... Чего не повернулся? Понравилось? Нет, я очень сильно хотел бы посмотреть на тебя в составе другого. Так скажем, участие в коллективе. Ну да, другого коллектива, условно говоря, чтобы ты пошла не ко мне и посмотреть на тебя с другого ракурса. И я очень ждал, чтобы ребята повернулись. Мне лично, честно, чтобы повернуться, не хватило твоего исполнения и желания. Как будто, я не знаю почему. Подождите, мы все-таки, как вас зовут? Алиса Трифонова. Ты помнишь мое имя, спасибо. И даже фамилию. Нас обманули! Нас обманули, где дети? Это плюс 60. Это
это более красиво. Мы перепутали проекты. Я сейчас слушаю свое сердце. Так, я тут. И я хочу пойти к Пелагее. Да ты что? Очень хорошо. Аккуратненько. Где живет моя краса? Обожаю творчество Полины Гагариной. Просто я была дважды на ваших концертах, но я очень хочу поработать с Егором. Спасибо. С вами была Яна Чурикова. Пока.